На поступление в военную академию Можайского был очень большой конкурс. И очень много абитуриентов были выпускники, которые имели золотые медали. И для них был отдельный конкурс, отдельный экзамен, один экзамен, либо ты сдаешь, принимаешь, либо там дальше. И вот очень многие на этом, кстати, и погорели, потому что с первого экзамена не сдали. И вот действительно для нас было, обычных абитуриентов, было удивительно, когда золотые медалисты уже уезжали домой, не поступившие. И я, когда сдал экзамен, я набрал достаточный балл для прохождения. Но когда вывесили списки, я свою фамилию в списках не увидел. Страшно расстроился. И уже собирался, когда уезжать, из палатки собирал вещи. И вот мне прибежал командир нашего отделения, сказал, что Ющенко, бегом возвращайся обратно на КПП, получай форму, ты принят. Я говорю, как? И вот я это говорю к тому, потому что расстройство, и надо всегда постоянно верить, и надеяться на то, что все будет хорошо. Потому что я подумал, что уже не поступил, а оказывается, все это просто ошибка какая-то канцелярская была. Поэтому верить, сдавать экзамены, и верить в свои силы, и поступать, и учиться.